хочет хайпа, маленькая Миша, хайпа. Миша хочет хайпа, за звезду зацепиться, навариться, стать известной. Когда в доме появляется кто-то новый, не всегда все проходит гладко, как хотелось бы нам. Мы все такие разные, и порой мы становимся близкими друг к другу далеко не сразу. Пока нас нет, наши любимцы не только играют, спят или устраивают бардак, они так же, как и мы, выясняют отношения. В этот обыкновенный зимний день происходили не совсем привычные разговоры о том, кто умнее или преданнее. Речь шла о конкретном персонаже. Хватит, Миша хорошая, и она никому из вас не сделала ничего плохого. А мы не говорим, что она сделала кому-то плохо, но пора признать, Эйвен, что она странная. Она странная, я согласна. Да я просто маме помогаю, а вообще Миша мне нравится. Сынок, не говори глупости. Иди отсюда, мелкий, вообще это взрослый не разговор. Не трогай моего сына. Не трогай я твоего сына. А ты, Эйвен, вообще не пример, недавно был с одной, а сейчас... Да, вот именно, братец, ты вообще офигел. Я не офигел. Офигел, расстройся. Вы женщина, все глупые. Да что ты говоришь, Мишель, ты не женщина, что? Женщина, но она другая. Другая. Они все у нас другие, когда мозги мужикам запудривают. Вот именно запудривают. Никто мне мозги не пудрит. Да я вон сквозь глаза твои запудренные мозги вижу. Чего ты сказала? Миша твоя дура. Дура. Все, блин, вы достали меня уже. Обе достали. Дура она какая-то. Пойдем, проверим. Да, пойдем. Стоять. А мне Миша нравится. И мне Миша нравится. Мам, может не будем Мишу трогать? Она нравится. Хорошая вроде. Хорошая. А потом, как Диана Шурыгина, посадит нашего Эйвена в тюрьму за то, что он ее... Ну ладно, вам еще рано такое за знать. За то, что он что? Мам, да, что? В общем, темная лошадка, она говорю. В ее сторону даже не смотрите. Ясно. Да, давайте разберемся. Так пусть говорят. Харя, ты же за меня? Клима, ты? Мне подумать надо. Ну конечно, она тебе уже тоже мозги запутала. Эва, хватит, будем справедливыми. А что случилось-то? Куда идем? Птица, ты со мной? С тобой, конечно. Я против всяких тут. Вот. Хороший аргумент, птичка. Эй, Маха, ты должна быть на моей стороне. Мы с тобой вместе выросли, поняла? О чем речь-то вообще? Неважно, просто будь на моей стороне, хорошо? Ладно. Плюс один. Бабасик, Бобик, ты же, как мы считаешь, что Миша странненький, нет, да? Нет, я так не считаю. Бобик, ты чего, не за нас, что ли? Не за своих родных? Это глупо, Хара, отстань, это провокация, я за Мишу. Ах, и тебе заподрил этой мозги, колдунь! Хара, отстань, я сказал. Итак, мое мнение такое. Детка хочет хайпа с известным мальчиком. Какого еще хайпа? Бред какой. Эйва, ты же мудрая женщина. У тебя что, помутнение, что ли? А у тебя, Софи? Только у тебя тут, Эйвен, помутнение мозгов из-за девочек. Где вообще Миша-то? Где Миша? Я тут. Что такое хайп? Это плохое что-то, да? Дурочкой прикидывается. Посмотрите на нее. Все они такие. Сумасшедший дом просто какой-то. Просто нет слов. Маленькая Миша хочет хайпа. Хайпа. Хочет хайпа. Маленькая Миша. Хайпа. Миша хочет хайпа. Эйвена предает бросить звезду. За звезду зацепиться, навариться, стать известной, да-да-да, хайпа хочет, детка. По-моему, наши дамы все сошли с ума. Сравнить Мишель с Шур... бред. О да, я вообще в шоке уже от всего этого. О. Так, не надо, мальчики, менять тему. Хайпа, Миша, вы ее видели? Девочки, я тут посмотрела на все это со стороны и поняла, что, конечно же, Шурыгины всякие хайпы тут ни при чем. И Миша совсем не такая, это просто наша с вами женская зависть. Поэтому я все-таки поддержу своего брата Эйвена. Спасибо, Софи. Значит, нас уже 4, слава богу. Пойду Варю попрошу. Варя, Варечка, будешь за нас и за Мишу. Ага. Ты же не считаешь, что она хочет этого там? Мне пофиг. Зависть? И ведь София права, они просто завидуют. Да, Чейз? Ага. Ты спишь? Ага. Ох уж эти женщины. Лично я поддерживаю Эйвена и желаю ему счастья. Пошлите и извинимся все перед Мишей. А за что? Ладно, пойду. Миша, спускайся, наши завистливые женщины извинятся перед тобой. Миша, извини, Миша, пожалуйста. Миша, правда, это было глупо с нашей стороны. Мы старше тебя и должны быть умнее. Ты уж прости нас. Ну просто, ты ведь у нас новый член семьи, извини. Миша, спускайся, они попросили прощения, не бойся. Спасибо тебе, что нас поддержала. В чем поддержала? Да, Миш, прости, ты в нашей семье теперь навсегда. А за что прости? Так что, Миша, я отстоял твое место в семье и надеюсь, ты счастлива и ты мне нравишься, как бы, вот, слышишь? Мне кажется, у нас другая проблема. Какая? Сара вышла погулять. Сара, иди домой. Сара, иди домой. Сара, иди домой, Сара. Хайпа. Иди домой, Сара. Хочешь хайпа? Эй, ты чё? Хотите продолжение? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Magic Family. Увидимся. Magic Family. Magic Family.